Строительство дома вышло на финишную прямую. Сейчас подрядная организация занимается работами по благоустройству. Важно, чтобы новоселы остались довольны качеством выполненных работ и теми условиями, которые будут для них созданы не только в квартирах, но и во дворе, который к моменту сдачи дома тоже должен быть благоустроен и иметь красивый вид. Сейчас мы доделываем благоустройство. Сегодня будем доделывать асфальтные покрытия. И ждем выезда, соответственно, установки детских площадок и спортивного городка на них с нанесением резинового слоя защитного на площадке. В доме ведутся работы по отделке квартир. Установлены натяжные потолки, поклеены обои, уложен линолеум. Это сделано практически во всех помещениях. Продолжается установка сантехники. Все оборудование, которое мы смогли поставить, на отведенные средства мы поставили. Сейчас ждем дополнительного поступления средств для того, чтобы все это доделать, так сказать. Глава города обошел несколько квартир и дал положительную оценку качеству выполняемых отделочных работ. После их завершения останется провести определенную работу по очистке и санитарной уборке дома. Самое главное, ждем, так сказать, чтобы нам разрешили пуск тепла. Большая это у нас сейчас задача, потому что все у нас сделано, физически все выполнено. Ждем согласования от администрации ТСК, пуска, соответственно, тепла в дом. Следующий этап – введение дома в эксплуатацию. С представителем стройнадзора будет решаться вопрос о выходе на получение заключения о соответствии. Акт Ростехнадзора необходимо получить. Михаил Юрьевич, он сейчас занимается этим вопросом. В ТСК мы свое ходатайство о подключении данного дома к теплоснабжению. Подписали, я видел. Да. Правильно. А что с Ростехнадзора? Мы, соответственно, подали, как мы и говорили, 29 числа. Сейчас, сегодня я довозил еще необходимые комплекты документов, мы доделывали. Я считаю, что, ну, вроде бы, если все нормально, то мы до конца недели получим акт Ростехнадзора. Начальник отдела главстройнадзора отметил высокую степень готовности жилого дома. Большую помощь в наблюдении за выполнением программы оказывает группа общественного контроля в лице помощников Ленары Самединовой и Вячеслава Фомичева, которые регулярно мониторят строящиеся и уже введенные в эксплуатацию дома.